Для этих школьников первосентябрьский звонок прозвенел в ноябре. Торжественную линейку проводят для учащихся второй школы поселка Теплая. Последний раз в этом помещении детский смех звучал около года назад, вспоминает руководство школы. В феврале 2015-го начальные классы в спешном порядке стали переводить в другие кабинеты. Кровля протекала до первого этажа. Это было, конечно, очень неудобно для работы всей школы. Решить эту проблему самостоятельно мы не могли из-за того, что не хватало финансирования. Проект ремонта кровли специалисты оценили в несколько миллионов рублей. Но при обследовании строители обнаружили конструктивные дефекты. Из-за неправильного уклона не работал слив. Вода скапливалась на крыше, а затем сочилась в помещение. Эти недоделки пришлось тоже исправлять. В целом на капитальный ремонт 1500 квадратных метров кровли потребовалось больше 5 миллионов рублей. Их для учебного заведения выделил фонд «Перспектива». Фонд развития Тульской области «Перспектива» реализовал здесь не только работы по ремонту кровли, но были установлены стеклопакеты, новые стеклопакеты в коридорах для того, чтобы дети смогли учиться в комфортных условиях. Фонд развития Тульской области был создан по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина. В этом году с его помощью в регионе было реализовано 60 проектов. Галина Гуркина, Роман Тюкин, Первый Тульский.